Вам сейчас рецепт той самой пасты, а сама участвую в челлендже от Барилла, который звучит как «Совершенствуйся вместе с Барилла». Барилла усовершенствовала форму своей пасты, ну а мы будем совершенствоваться в приготовлении той самой пасты. Передаю челлендж следующему блогеру. Это лучшая паста с сыром. Отвари пасту в подсоленной воде до состояния альденте. Я использую Барилла Бавета номер 13. Их формы лучше всего подходят для этой пасты. Затем придави чеснок боковой частью ножа и очисти. Промой, просуши и мелко нарежь петрушку.